Fable. Видеоигра в жанре экшн-РПГ от третьего лица. Особенностью игры является персонализация главного героя. Практически все, что он делает, влияет на него. Например, обжорство приводит к ожирению. Действия героя приносят ему очки за плохие и хорошие поступки. У героя с высоким показателем очков в сторону добра постепенно появляется нимб над головой, у злого героя вырастают рога. В игре есть большой выбор одежды и навыков для главного героя. Также игра является очень реиграбельной. Одна из лучших игр в своем жанре. Armageddon Riders. Аркадная гоночная видеоигра на выживание. Действие разворачивается в европейском городе возле адронного коллайдера, активация которого превратила все население зоны в зомби. Проходи миссии, получая удовольствие от игры и украшая свою машину лучшими инструментами для уничтожения зомби. Подойдет для любителей жестоких гонок. Max Payne 2. Шутер от третьего лица, с хорошим сюжетом, который отлично погружает в будни нью-йоркского служителя закона. Хорошая физика, интересный сюжет и кинематографичный геймплей. Идеально подойдет для любителей игр в стиле нуар. Rogue Trooper. Шутер от третьего лица. В игре реализована полноценная система укрытий, а также множество стилей прохождения, тактических возможностей и экшн-сцен. В игре нет больших минусов, кроме того, что она довольно быстро проходится. Очень неплохая игра на один вечер. Каратель. 3D-шутер от третьего лица. В игре присутствуют жестокие сцены и нецензурная речь. Особенно жестокими являются сцены допросов. Кроме самого Карателя, в игре представлено еще несколько известных героев вселенной Marvel, такие как Железный Человек и Черная Вдова. Каратель — это игра, которая на 100% состоит из экшена и карания преступников. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пока.